Всем привет! Сегодня будем готовить фриттату с кабачками в духовке. Или, если проще сказать, очень вкусный омлет по-итальянски. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом измельчаем все овощи. Лук нарезаем мелкими кубиками. Кабачок режем тоже кубиками, но немножко покрупнее, чем лук. Сразу обрезаем кончики. Нарезаем сначала кружочками, а потом порежем кубиками. Вот такими небольшими кубиками порежем их все. Морковку трем на мелкой терке. Затем разогреваем сковородку, вливаем туда масло, высыпаем лук и жарим 2-3 минуты. Добавляем морковку, жарим еще 2-3 минуты. Теперь закладываем кабачки. Солим, перчим, приправляем итальянскими травами, хорошо перемешиваем и тушим все вместе еще 5 минут. Тем временем разбиваем в миску яйца. Добавляем щепотку соли и хорошо взбиваем венчиком до однородного состояния. Снимаем овощи с огня и соединяем их со взбитыми яйцами. Хорошо перемешиваем и будем выливать в форму, смазанную маслом. Я буду запекать в сковородке, так как она у меня со съемной ручкой. Поэтому массу перемешаю и верну обратно в сковородку. И отправляем все это дело в горячую духовку. Температура 180 градусов и будем запекать примерно 40 минут, до тех пор, пока масса не загустеет. Прошло 45 минут, достаем фриттату из духовки и подаем к столу. Ну вот и все. Вкуснейший омлет по-итальянски с кабачками готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал.